России живет 142 с лишним миллиона человек. Среди них есть и профессиональные футболисты, которых усердно критикует вся страна. Но главный эксперт в этом Александр Бубнов. 10 минус! Он разбирается в футболе лучше всех. Все остальные, по сравнению с ним, просто дети. Дети Бубнова. Как выглядит Месси? Ну, он красавчик такой. У него такие же волосы, как и у меня. У него стрижка короткая. Месси, он все-таки, наверное, такой полный парень. Может раздавить этого Роналду. А как выглядит Роналду? Подкачанный. И вот так вот ходит. Надо подкачаться, надо подкачаться. И маленькая борода. У него... Сиси большие. Ну, пошла такое говорить. Все. Кто симпатичнее, Месси или Роналду? Мне кажется, Месси симпатичный. Вот. Ну, и Роналду как-то тоже. Да. Маленькая головка, большое тело. Какая сильная сторона Месси? Нет у него никакой сильной стороны. Он отличный игрок, и он хорошо одевается в классную одежду, и он популярный, быстрый и самый хороший игрок на свете. Назовите сильную сторону Роналду. У него на руке очень-очень длинные ногти, как у женщины, даже больше. Между прочим, это рекорд Гиннесса. Был такой, что 9 километров. Перхоть. Роналду хочет, наверное, бабок побольше заработать. Да. Всего лишь бабки, пустые бабки! Самая сильная сторона Роналду, это когда он вообще такой гневный. Будто он сейчас взорвется, он превратится в лаву и такой потечет на Месси такой... И он такой сгорит. Потом он такой, и превратится в пепел. Кто круче, Роналду или Месси? Роналду. И мне кажется, Роналду. Месси был на чипсах. Вот. Но Роналду выпускает нижнее белье. Вот, так что счет 1-1, пока не равны. Мне кажется, что у Месси было больше кубиков, чем у Роналду, так что 2-1. Роналду лучше, чем Месси, потому что Месси на самом деле вообще не лучший. Все знали, что он лучший, хотя он не лучший. Потому что Роналду лучше, потому что он занимается, он качает себе мышцы, чтобы... когда-нибудь заниматься кунг-фу. О, кунг-фу-панда!